Ну, сейчас здесь приемная президента, главный федеральный инспектор, правительство Забайкальского края и некоторые министерства. А на Амурской сохранилось много старинных зданий, правда, они испохаблены ужасными вывесками и красоты, и архитектуры, ну, практически не видно. Вот здесь вот магазин сельхозпродукты, тут я брал удивительного вкуса бочковые огурцы. Здание тоже старое, такое покосилось, трещина. Ну, это новодел, тоже одно из первых таких кафе в Чите, до сих пор это оно живо, Цинцянь. Там то ли меняют эти рекламные, спиливают, по-моему, да, старые рекламные щиты. Сейчас в Чите идет борьба с рекламой. Ну, это хорошо, но еще бороться и бороться и бороться. Ну и еще пассаж второго, конечно, вот эти провода, вот эти вот мотки, это просто ужасно. Ну а мы пока рассмотрим здание.